Дорожную сову установили полицейские в Астане. Новое устройство фото-видеофиксации пока тестируется, а вообще его собираются использовать у наиболее загруженных парковок столицы. Камера фиксирует больше 20 видов нарушений правил дорожного движения, в том числе неправильную стоянку и остановку. Также сова следит за состоянием дорожных знаков, собирает статистику загруженности городских улиц и парковок. Все сведения обрабатываются и передаются в полицию автоматически. Этим занимается машинное зрение искусственного интеллекта. Кроме того, устройство умеет строить цифровую модель улицы, что позволяет ей регистрировать нарушения, даже если транспорт скрыт за другими объектами. Пока сова только одна, расположена она по проспекту Кабанбай-Батыра.